Привет, ребята! Сегодня мы поехали на этом мотоцикле. Это мотоцикл? BMW. Да, он прекрасного красного цвета. А тут белый цвет. Ну расскажи, что у него еще есть. У него есть вот тут фары, да? Да. Покажи их. Где фары? Вот они. Эти фары. Они включаются, когда он едет, да? Да. А так нет. А кнопки там какие-нибудь есть веселые? Нет. Да? Ну давай послушаем. Так, гудок есть и мотор. А еще у него есть вот тут ключик, да? Когда его поворачиваешь, да, он работает. Вот, еще у него есть педаль. Да? Да. И колеса дополнительные, которые снимаются. Это у нас красивый. Тут под крышкой у него находится аккумулятор. Заряжается он с помощью разъема. Вот тут даже написано разъем. Вот тут. Тут написано разъем, и сюда вставляется зарядное устройство. Да, Тёма? Смотри. Да. А что у него? Несколько скоростей? Да. Покажи, где переключаются. Тём. Вот тут. Да? Быстрое и медленное. По-моему, 4 километра и 8. А где-то пишут, что 6. А вот это? Да, давай покажем, как он едет. Вот, это медленная скорость, обычный медленный шаг человека взрослого. А быстрый уже надо будет догонять его. Вот. Еще у него должен быть номер. Вот тут вот в этом месте прикрепляется номер и зеркала. Но мы их еще не прикрутили. Тут наши колесики заехали на бордюр небольшой, застряли, да? И что, подтолкнуть? Да. Сейчас у нас рука подтолкнет тебя. Вот. Могут с мальчиком даже кататься. Тёма, едешь? Если колеса. Когда малыш будет постарше уже, он сможет дотягиваться ножками до асфальта. И не надо будет эти колесики. Артемка увидел грязь на пути. Да? Да. И что надо делать теперь? Подавить его. Поднять? Что? Перенести. Перенести? А давай ты, папа, по траве переедешь, давай. Давай, едь на траву, прям переезжай. Только смотри, не попади в грязь. Мне кажется, все-таки немножко попал. Давай, гони. А кто-то надел грязь? Кинул грязь? Я думаю, какой-то ребенок. Ну или грязимонстр, как ты считаешь? Грязьети там. Да? Это грязьети. Грязьети? Да. Нехорошо. Поехал здесь и оставил грязь.
И оставил грязь, у меня с него капала грязь. Да. Кто за собой затормозить? Он еще может прыгать вот так. Ну, обычно, если едет на мотоцикле, вперед вот никогда не смотрит. Едь по там, по траве срезай. Ну, очередная ситуация, когда нам помогает папа. Конечно, да, на трехлетнего малыша, наверное, рановато. На пятилетку будет хорошо. Сейчас включается мотоцикл с трехколесным велосипедом. Голубь перебежал дорогу, успел. Застрял немножко, давай. Включай быструю скорость. Тёма, ты кто? Кто ты? Ого, как он уехал далеко. Гони, гони, быстрее. Вот, по пересеченной местности. Выехали на трассу. Вперед же ты смотри. Медленно включай, медленно включай. Аккуратнее проходи, машины ждут. Входит в поворот хорошо. Не надо медленно. Тут, видишь, сложная какая дорога. Надо медленно ехать. Аккуратнее, грязь. Это же грязь я тебе оставил. А? Грязеть, но он бежал грязный домой мыться. Грязный домой бежал мыться. А что? Он поехал домой гулять. Так он же грязный. Что? Что? А, ну тут можно... Хочет купить грязевой робот. Что? Грязевой робот. Что грязевой робот? Вот его опять сделает. Сделает? Он сделает грязевой. А, давай быстро теперь едешь. Смотри аккуратнее. Ну-ка, мальчика, объедь, пожалуйста. Сбоку. Аккуратненько, не зади. О, молодец. Давай, едем. Возвращаемся домой. Гонки теперь.
И собаки тоже добегают, догоняют. Молодец, объехал. Да-да, опять пит-стоп. Решили остановиться. Пощипать. Да-да. Тёма, что ты делаешь? Делаешь что? Да-да-да. Так ты ж наоборот грязнишь. Нет, вы мусорите. Вы мусорите, надо убираться. Может, наоборот, траву убирай? Куда? Какая у тебя скорость? Какая у тебя скорость? Быстро? Это сколько километров в час? Три. Три? Да. Это мало. Ну, я хочу быстро. Быстрая скорость, это больше трех. Не могу тебя догнать. Чуть не переехал. Ой, собачки. Давай, с разгона съезжай. А то не съедешь. Тебя надо разогнаться. И наверх тоже разгонись. Разгонись, надо было разогнаться. Нажимай на педаль и едь. Вот. Стой, грязь там. По траве едь. Едь по траве. По траве. А также смотрите мои другие видео на нашем канале.